Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире беседы с Владыкой Павлом. Наш постоянный собеседник, патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский Павел. Владыка, здравствуйте! Здравствуйте! В начале программы, конечно, хочется поздравить вас со светлым праздником Рождества Христова. Спасибо, Господи, вас за возможность вновь и вновь приезжать сюда и беседовать с вами. Спасибо. Спасибо, и вас тоже поздравляю. Спасибо, Господи. Вот уже 2 с лишним тысячи лет человечество празднует Рождество Христово, но вряд ли мы до конца все-таки понимаем все величие промысла Божьего, сокрытого в этом событии. Вот почему все-таки всемогущий Творец, который в мгновение ока может изменить все на свете, выбрал такой сложный путь спасения человека через вочеловечение Сына Божия? Знаете, я как-то уже говорил на подобную тему, и особенно, знаете, вот с современной молодежью мне как-то легче говорить, объяснять смысл. Вот, в общем, Боговоплощение, пришествие в мир Сына Божьего, зачем это надо? Вот еще лет 20-30 тому назад было очень сложно людям пожилого возраста объяснить. Конечно, те, кто воспитывался с детства в духе вот, церковном таком, для них вопросов не возникало таких острых. А вот тот, кто приходил уже в среднем возрасте в церковь, для них было очень сложно понять божественный замысел. А, кстати сказать, да и нам-то, в общем-то, до конца ведь не открыто это все. Нам Господь открыл только столько, сколько нам необходимо полезно и спасительно. Но вот сегодняшней молодежи гораздо проще объяснить. Даже я сегодня тем, кто связан с компьютерной техникой, я часто провожу параллели, объясняю, зачем надо было прийти Спасителю мира, зачем Богу надо было сойти на землю. Вы правильно задаете вопрос, неужели другого пути не было, чтобы спасти человека? Не было. Если бы был другой путь, Господь бы, конечно, им воспользовался и сделал бы то, что можно сделать было иначе. Я вот сегодня, даже обращаясь к пожилым, говорю, приходите в банк или в сберкассу, да, ходите куда-то там, какие-то учреждения, за какими-то справками ходим. А бывали ли случаи, когда приходите, а вам говорят, вы знаете, не можем дать справку, компьютер завис. И все сразу смеются, говорят, понятно, да, случалось такое. А что значит завис компьютер? Значит, в программу проник какой-то вирус, вошел какой-то вирус, вот он нарушил работу компьютера. Что можно сделать? Ну, самый простой способ – вставить мастер-диск, там, переформатировать что-то вот такое, да, и тогда все заработает. Этот вирус надо из программы вывести. Ну, всем все понятно. Я говорю, вы знаете, а если не получается, что тогда делают? А тогда надо пригласить мастера. Пришел мастер, а если мастер не сможет сделать что-то, а вот тогда компьютер надо отдавать или отправлять на завод-изготовитель, потому что тот, кто изготовил эту программу, тот, кто ее сочинил, придумал, исполнил, сделал, вот он знает, как войти в эту программу, чтобы ее изнутри исправить и вот этот вирус выкручивать. Понятно? Все, конечно, всем все понятно. Вот примерно то же самое произошло и в человеческом организме и в природе человека. И вот в этой программе, которая именуется «Человек», наш прародитель Адам и Ева, они, находясь, пребывая в раю, нарушили заповедь Божию и вкусили запретный плод. Вот это прислушание Богу, оно и привнесло в человеческую природу вирус. Вирус непослушания, вирус богопротивления. Вот они захотели стать богами, да, вот допинг такой приняли, потому что враг рода человеческого, дьявол, искушая их, говорил, да ну, да что вы, да просто запретил вам Бог вкушать эти плоды, потому что вы сразу станете богами. И они тут же, ух ты, правда, ведь Господь создал человека для того, чтобы проявить божественную любовь к людям. И вот эта божественная любовь, она настолько, знаете, преизобиловала, она изливалась. И вот Господь по своей неизреченной любви
принял решение создать видимый мир и человека, и дал возможность человеку совершенствоваться и уподобляться Богу. Да, этот процесс мог занимать очень долгое время, неизвестно, сколько это могло быть, но этот процесс, как мы сегодня говорим, он вечен. Конечно, человек никогда не станет Богом, но процесс богоуподобления, он есть. И вот Господь дал вот человеку возможность идти по этому пути, эволюционно, постепенно созревая, преображая себя, уподобляться Богу. А дьявол говорит: не надо, вот есть такой запретный плод, Господь именно поэтому не разрешил вам вкушать, потому что вы сразу станете богами. Ну и вот они приняли такое решение, вкусили этот запретный плод, и все. И вот этим самым они привнесли в человеческую природу вирус. И уже ничем нельзя было его исправить, как только надо было прийти на землю тому, кто является автором этой программы. Автором Бог, Сын Божий. Вот ему надо было прийти и вот этот вирус из человеческой природы выкорчевать. Понимаете, вот для этого он и пришел на землю. Другого пути не было. Это единственный был путь. И открыть дорогу человеку, вновь встать на этот спасительный путь и пройти по нему через жизнь, а теперь уже через страдания, болезни, потому что этот вирус привнес в человеческую природу и болезни, и страдания, и тление, и смерть. И надо было вырвать этот вирус, остановить этот процесс разложения, открыть человеку дорогу, идя по которым человек может, вновь встав на этот спасительный путь, войти в богообщение и пройти по этому пути совершенства. Вот для чего надо было это все. И для этого пришел на землю автор, источник или тот, кто сотворил эту программу «Видимый мир» и человека. Именно поэтому воплотился Сын Божий, приняв человеческое естество, человеческую природу, кроме греха. Он все принял, эту испорченную природу, и он ее довел до совершенства на Голгофе. Вот главный замысел, который нам открыт Богом, для чего надо было прийти на землю Сыну Божьему. Ну и вот сегодня мы радуемся тому, что ведь длительное время, много столетий, тысячелетий люди мучились, люди умирали. Они думали, кто-то верил, кто-то потерял надежду и веру на пришествие Спасителя и Мессии, а кто-то верил в это, тот жил благочестиво, праведно и свято. И вот этот процесс богоуподобления мы и именуем спасение, спасение человека от вечной погибели, от смерти вечной. Так что мы сегодня радуемся, празднуем и благодарим Бога за то, что исполнилось Его обещание, обетование, пришел на землю Спаситель мира и даровал людям возможность идти по этому спасительному пути. Поэтому мы прославляем Бога. Действительно, слава Вышнему Богу, на земле мир, в человеке благоволение. Спасибо, Владыка. Давайте перейдем к вопросам наших зрителей. Надежда из Минска сегодня первая обращается к вам. Она говорит, что 20 лет назад у нее похитили и убили сына, следствие тогда зашло в тупик, преступников так и не нашли. И знаете, говорит наша телезрительница, спустя столько времени боль почти такая же. Боль еще и от того, что где-то на свете живут эти люди. Все говорят о всепрощении, но мне кажется, что я никогда их не прощу и не желаю им ничего хорошего. Как мне успокоиться? Вы знаете, ну вот это серьезный повод для размышления. Мы иногда, общаясь вот с теми людьми, которые потеряли своих близких, родных по разным причинам. У кого-то умер сын, у кого-то дочь, у кого-то родители. Ну, всякие бывают случаи в жизни. Но, как мы говорим, безвременная кончина такая, да, вот неожиданно. Одно дело, когда человек достиг глубокой старости, и все понимают, что это уже вот человек, который просто уже прожил долгую жизнь, пора уже ему переходить в загробный мир. Вот, а когда безвременная кончина, то это, конечно, вызывает тяжелые такие чувства, переживания, особенно когда это трагическое, да еще если, вот как вы говорите, убийство, то или какой-то несчастный случай, знаете, произошел, авария, катастрофа какая-то. Вот те люди, которые верят, искренне верят в Бога, они вот
эту трагедию всегда воспринимает как, да, может быть тяжелое, может быть непонятное для нас, но промысел Божий, Господи, если это произошло, ну, Ты, Господи, знаешь лучше, что нам надо, что нам полезно, поэтому да будет Твоя святая воля. И вот если человек верит в Бога, если он возлагает свое упование на Бога, то ему даже вот такую трагическую вот реальность ну, легче пережить. Он успокаивается, потому что он понимает, что уж если, как говорит Господь, без воли Божией даже волос с головы человека не падает, да, а тут вдруг смерть человека, конечно, все это было в руках Божьих. Господь принял такое решение. Мы не пытаемся проникнуть в божественный замысел. Да, нам трудно это сделать, как бы мы ни старались. Но лучше всего просто сказать: Господи, да будет Твоя святая воля. Помоги нам, Господи, пережить эту трагедию. Господь помогает. Ну, а если вот такой случай произошел, убили сына, надо, конечно, как это и подобает, ну, сделать все возможное по гражданской традиции, ну, обратиться, наверное, в соответствующие государственные органы безопасности, вот, чтобы они предприняли какое-то решение, приняли какие-то меры для того, чтобы этих преступников задержали. Но если этого не происходит, все равно надо сказать: Господи, все равно ведь это не останется вот так, просто безнаказанно, да? И мы должны с вами понять, что вот жизнь наша, она не заканчивается ни сегодня, ни завтра. Она будет продолжена еще и в загробном мире. И все плохое или хорошее, оно должно получить окончательную оценку на страшном суде. Вот там все встанет на свое место. А пока нет страшного суда, все, что на земле происходит, оно будет происходить. И люди меняются, переходят в загробную жизнь, приходят новые поколения, сменяются. Вот на страшном суде будет торжествовать правда Божия. Там все преступники предстанут пред Богом. Все те, кто трудился и кто заслужил награду, они будут вознаграждены. И каждый получит по своим трудам или заслугам. Вот. А сегодня, да, сегодня, к сожалению, в жизни происходит очень часто несправедливость, очень часто безнаказанность по отношению к преступникам, очень часто люди, которые трудятся, не получают награды. Ничего страшного в этом нет. Мы должны быть уверены, что у Бога все известно, у Бога все на счету. Даже волос с головы не падает без воли Божией. Ну, а если мы не будем возлагать свое упование на Бога, а будем продолжать, знаете, переживать, то вот наше такое состояние, оно не послужит пользе нам самим. Мы иногда говорим, знаете, да, есть скорбь, есть траур в связи с какой-то трагедией, но вот, знаете, есть какой-то предел. И у нас, вы знаете, 40 дней, вот такое число, оно действительно символизирует после смерти человека малый страшный суд, когда для покойника определяется уже место пребывания до страшного суда. Вот, то мы говорим, знаете, вот скорбите, переживаете, но вот прошло 40 дней, вот теперь скажите: Господи, во всем да будет Твоя святая воля. Потому что если я не прекращу вот такое, знаете, состояние стресса, переживания, то вот такое состояние будет разлагать меня самого. Понимаете, оно не послужит моему благу и моему духовному совершенству. Ну вот вы сейчас говорите, что уже прошло столько лет, а вы до сих пор это переживаете, и боль не проходит. Она у вас никогда не пройдет, если вы будете желать отмщения этим людям. Да? Ведь вы этим ничего не измените. От того, что вы переживаете, от того, что вы, знаете, может быть, вот приходите в такое состояние тревоги, неистовства, раздражения. Но преступник-то от этого не находится, правда? А вы себе делаете хуже. Так что, вот вы знаете, вот такое состояние, оно только разрушает ваш внутренний мир. Поэтому надо сказать: Господи, прости меня,
Почему их надо простить? Да потому что вот этот принцип прощения, взаимности, да, даже пусть они и не знают, что вы простили, но вы просто скажете: «Господи, да будет твоя святая воля». И вы вот таким своим отношением передаете в руки Божии суд над этими людьми, которые совершили какое-то преступление. И все, а сами успокойтесь, скажите: «Господи, да будет твоя святая воля». Если вы этого не сделаете, преступникам от вашего такого состояния ни жарко, ни холодно, поверьте. Но вас вот такое состояние, оно разрушает ваш внутренний мир. Ничего хорошего вам это не принесет. Поэтому просто скажите: «Господи, тяжело, но да будет, Господи, твоя святая воля. Ты сам знаешь, кому что воздать. Поэтому я, Господи, вручаю тебе все это и надеюсь на твое божественное промышление и заступничество». Другого пути нет. Если вы будете продолжать оставаться в таком же состоянии, как вы говорите, что вы их никогда не простите, но вот это, вы знаете, очень страшные слова, которые вы произносите, да, что вы их никогда не простите, а вы их простите. А вы скажите: «Господи, да будет твоя святая воля». И вы успокоитесь, и Господь сам с ними разберется, поверьте. Иначе вы просто никогда не найдете покоя, и это вам не даст возможности совершенствоваться, делать что-то хорошее, доброе, вечное, святое. Поэтому простите и скажите: «Да будет, Господи, твоя святая воля». Господь все управит, поверьте. Сергей из Анапы задает следующий вопрос. Можно ли определить, кто был первым христианином? Ну, вы знаете, Сергей, у нас как-то вот таких задач, наверное, не стояло, но есть история христианской церкви. Но, вы знаете, кто был первый христианин? Ну, наверное, тот, кто последовал за Христом, тот, кто поверил, что Иисус есть Христос, то есть помазанник, то есть Мессия. А кто в это поверил? Ну, вот у нас есть такой апостол Андрей Первозванный, ну, вот его первого призвал Христос Спаситель к себе в ученики. Вот. А потом Андрей позвал своего брата Симона, Петра. Вот. Потом пришли и другие ученики, которых призвал Христос на проповедь. Но тогда они еще не именовались христианами. А вот как свидетельствует евангелист Лука в деяниях святых апостолов, вот он там говорит о том, что апостолы после воскресение Христово, после Его вознесения на небо, после сошествия Святого Духа на святых апостолов в день Пятидесятницы, они пошли тогда на проповедь Евангелия. И вот евангелист Лука говорит, что пошли апостолы и в Антиохию, и в другие места. И вот тогда уже, когда стали проповедовать Иисуса Христом, Сыном Божиим, Мессией, стали проповедовать Евангелие, то, чему учил Христос Спаситель. Вот тогда впервые, говорит евангелист Лука, в Антиохии тех, кто исповедует Иисуса Христом, стали называть христианами. Так что вот тогда возникло, то есть в Антиохии впервые люди услышали: а кто это такие, кто, откуда они пришли, а что они проповедуют? Да, говорит, какие-то христиане ходят, да, то есть последователи Христа Спасителя. Ну вот так, наверное, официально у нас есть такая историческая деталь, которая раскрывает о том, что вот в Антиохии впервые последователи Христа Спасителя стали именовать христианами. Если я сделала доброе дело или подала милостыню, а потом начала сомневаться, что, может, не стоило этого делать, и также начала жалеть, что я сделала это доброе дело, то в таком случае мое сделанное это доброе дело или милостыня обесценивается и остается без награды от Господа в Царстве Небесном? Это вопрос от Юлии из Екатеринбурга. Юлия, вы знаете, сразу хочу сказать, что вот такого юридизма, ну, у нас нету. Да, есть у нас вот такая внутренняя борьба человека с самим собой, да. И вот наши подвижники благочестия говорят, что если что-то делаешь, да и сам Христос Спаситель учил своих учеников и последователей, делая добро, никогда не ожидать какого-то воздаяния за это. Если даже говорил Христос Спаситель: твоя правая рука делает, то левая не должна знать. Или левая твоя рука делает что-то, правая не должна знать. Для чего? Для того, чтобы как-то оградить людей
от вот такого состояния, которое у нас, знаете, именуется лицемерие или фарисейство. Да, вот фарисеи, они лицемерно все делали. Для чего? Для того, чтобы вот тут же сразу за какое-то свое доброе деяние получить вознаграждение. Да? Вот поэтому они принародно творили дела милостыни, да, там трубили перед ними, вот сейчас там идут, трубят, вот сейчас там такой-то будет совершать такое-то деяние, вот так принародно там дает какое-то воздаяние людям, нуждающимся, ну и все аплодировали, браво. Фарисейство, вот такое лицемерное, такое принародное, да, и Христос Спаситель говорил, вот они уже награду свою получили, а ты делай дела добрые тайно, чтобы об этом никто не знал, чтобы только вот Господь, который все знает, вот Он, чтобы знал, и делать добрые дела надо ради Бога, ради Христа, как у нас говорят, да, вот подавать милостыню, да, надо ради Христа. Да, то есть не я хочу получить славу и благодарность, да, вот, а я это делаю ради Христа. И у нас ведь такая народная традиция существует. Подайте ради Христа. И ради Христа люди подают. То есть вот это подразумевает доброе дело, совершенное не лицемерно, не по-фарисейски. Вот тогда оно будет иметь действительно вознаграждение от Бога. Но а то, что вы говорите, что-то вы сделали, а потом начали жалеть, а потом опять хотите что-то сделать. Вы знаете, вот этот процесс, наверное, можно назвать как внутренняя борьба человека, христианина. Да, это может быть, но и вы не переживайте, это естественное состояние, потому что человек, который начинает жить по-христиански, начинает вот всю свою жизнь вести так, как учил Христос Спаситель, то будет появляться вот такая внутренняя брань. Враг рода человеческого, дьявол, будет вселять в вас, в ваше сознание самые-самые разные мысли, и противоречащие, и сомнительные какие-то, да, может быть, но останавливаться на этом не надо. Даже если вы что-то сделали, а потом пожалели, ну, скажите, Господи, прости, опять вот я. Вы знаете, вы, если вот будете в этом навыкать, вы потом придете в такое состояние, когда у вас уже не будет вот этих сомнений, а на начальном пути это будет, а у некоторых этот путь долгий. Вот, встречаются такие люди, когда не только в молодости, но уже и в зрелом возрасте что-то сделал хорошее, а у него брань внутренняя такая идет. Это естественное состояние. И вы не переживайте. Главное, чтобы у вас было настроение делать добро, продолжать творить добро, продолжать нести людям добро. Вот, а враг будет искушать. Ну и что, а вы не заостряйте на этом внимание. Сделали и забудьте. Вот, продолжайте делать. Это естественное состояние каждого христианина, который желает жить по-христиански. Так что будет эта внутренняя борьба, но с нами Бог. И не думайте, что вот вы сделали, теперь потеряли, вы, теперь у вас ничего там не будет. Все возложите упование на Бога, и все. И творите добро, не рассуждая об этом. Владык, ну и завершим нашу сегодняшнюю программу вопросом, который, естественно, возникает в эти рождественские дни у многих наших телезрителей. Давайте все-таки еще поясним. Светлана из Калужской области спрашивает, почему во всем мире сначала отмечается Рождество, а затем Новый год, и только в России все наоборот? Я бы не сказал, что в России все наоборот. Вы знаете, что касается Рождества Христова и Нового года, надо сразу сказать, что это два совершенно разных понятия даже, да, вот, наверное, так сказать. Когда мы говорим о Новом годе, ну, мы с вами должны понять, что это гражданский Новый год. А к учению христианскому или к учению о Боге это не имеет абсолютно никакого значения. Но вот определили люди, что должен быть вот такой день, вот накануне которого надо подводить какие-то итоги и, ну, может быть, строить какие-то планы на будущий какой-то период времени. Вот что касается Нового года, но у нас есть такой календарь, у нас ведь есть юлианский и григорианский календарь, то есть старый год или старое летоисчисление.
по старому стилю. Это юлианский календарь, есть григорианский календарь, Новый год по уже более новому времени. Да. Так вот, юлианский календарь, который привязан к нашей церковной жизни, он начинается, Новый год, с 1 сентября. Вот вы обратите внимание, у нас в календарях церковное новолетие. 1 сентября по старому стилю и 14 теперь по новому стилю. Да? То есть вот в связи с изменением на 13 дней, да, произошло это смещение. Так вот, 1 сентября у нас в церкви новолетие. И вот от этого дня начинается у нас церковный круг. Он и богослужебный, он и литургический, он связан и с нашими церковными праздниками. И вот как начинается это новолетие, после этого у нас первый праздник – это Рождество Пресвятой Богородицы, и потом так далее, идут у нас церковные праздники. Да? Вот как бы весь церковный круг, он у нас охватывает вот целый огромный цикл жизни человеческой, начиная от Рождества Пресвятой Богородицы и до Вознесения Господня и до Пятидесятницы. Ну и потом у нас еще есть Успение Пресвятой Богородицы, вот он как бы завершает календарный год наш церковный. Вот. Это что касается новолетия. А Новый год, ну вот он был у нас до Иоанна Грозного, до его времени, праздновали Новый год 1 сентября. А Иван Грозный взял и перенес на 25 марта. Вот, вы знаете, вот давайте вот весна начинается, вот начнем новый календарный год. Ну вот перенесли. Пришел Петр I, он изменил с 25 марта на 1 января. Ну вот давайте праздновать, как на Западе, вот такой гражданский Новый год. Ну и он остается гражданским Новым годом. К церкви он никакого отношения не имеет. Вот. А что касается Рождества Христова, да, Рождество Христова, во-первых, об этом дне точно никто не может сказать. А вот в отличие от сегодняшнего дня, когда у нас прям все, знаете, рождение каждого младенца фиксируется, чуть ли не во сколько часов, во сколько минут родился ребенок, да, и вот идет такая скрупулезная статистика. А ведь в то время о рождении младенца могли говорить, ну, только в высшем сословии, там, в царской какой-то фамилии, а тут совсем никому неизвестные Иосиф, Пресвятая Богородица, пришли в Вифлеем. Да, было определенное время, можно было как-то сказать, что вот примерно как-то где-то, но вот святые отцы установили праздновать Рождество Христово вот 25 декабря. Да, это вот как бы, знаете, вот в нашем даже в календаре это зимнее вот такое стояние. Вот начинается самый короткий день, и вот начинается новый вот такой вот временной круг такой. Да. Ну, вот определили святые отцы. Самое главное, что мы все сегодня понимаем и осознаем, Иисус Христос родился. Бог воплотился. Вот это самый главный факт, который, ну, сегодня неоспорим, и я думаю, что его никто не будет оспаривать, хотя были люди, которые оспаривали это, но толк-то от этого, только вредили себе. Поэтому никакого вот такого сочетания, или, как вы говорите, у нас в России все наоборот. Нет, не все у нас наоборот, у нас как раз в России люди настолько скрупулезные, настолько все вот так продумано. И, может быть, даже наши люди в России, христиане, православные, более консервативные, в хорошем смысле слова. То есть вообще консерватизм ведь имеет замечательное значение. То есть это вот такое состояние, а люди, которые консервативны, они умеют хранить вот это доброе, вечное, святое, что связано с Богом, с человеком, с душой человека. Да? Наши люди умеют хранить доброе, вот, то, что чрезвычайно важно для нас. Так что консерваторы – это хорошие люди, которые умеют сохранять наследие наших предков, святых отцов и учение Церкви. Поэтому мы, православные христиане, накануне Нового года всегда обращаемся к Богу в молитве, чтобы Господь благословил наступающий год своей благостью, благословил нас миром, согласием, изобилием плодов земных, временных, мирных, но и доброй мирной жизнью. Так что вот мы просим у Бога благословения на предстоящий
новый календарный год. Спасибо, Владыка. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. И как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть и наступивший Новый год будет для каждого из нас успешным, мирным и благополучным. И Божье благословение пусть пребывает со всеми нами.